Всем привет! Вы на канале Дешевый Китай. Сегодня вы увидите новую интересную подборку с различными товарами для вашего автомобиля, а также в видео я дам вам несколько рекомендаций, как приобрести товары, чтобы неплохо сэкономить. Досмотрев ролик до конца, вы можете принять участие в конкурсе с денежным призом в размере 1000 рублей. Покупая автомобиль с рук, необходимо выполнить проверку его на предмет, был ли он в аварии и был ли он перекрашен. Для этого вам нужно быть во всеоружии и пользоваться толщиномером. Данная модель прибора компактна и проста в использовании, чему способствует несложное меню управления прибором. Отличительной чертой толщиномера GM200 является высокая скорость выполнения измерения, а также высокая точность измерения толщины лакокрасочного покрытия. Прибор оснащен функцией калибровки пленками различной толщины для обеспечения идеальной точности измерения после длительного хранения или замены элементов питания. Если вы решили украсить свой автомобиль, а также придать ему устойчивости на дороге, то можно приобрести антикрыло. Оно создано, чтобы создавать прижимную силу. Сила эта создается благодаря разнице в давлении воздуха на нижнюю и верхнюю плоскости. Помимо своей прямой обязанности, антикрыло выполняет и другую функцию – улучшает внешний облик автомобиля, делая его более спортивным. Такое сочетание быстро выделяет автомобиль на фоне других. Универсальная автомобильная зарядка-держатель будет надежно держать ваш телефон в дороге и одновременно заряжать его. Никаких магнитов клеить или вставлять под чехол не нужно. Зарядка может использоваться в качестве стационарного или автомобильного беспроводного зарядного устройства. Устройство выполнено из прочного материала. Сам держатель вращается на шарнире на 360 градусов. Шарнир является достаточно жестким, что позволяет надежно фиксировать выбранное положение телефона. Заряжается любой телефон, который поддерживает функцию беспроводной зарядки. Импульсный стоп-сигнал или мигающий стоп GS100A – это небольшой контроллер и работает он по принципу стробоскопа. При нажатии на педаль тормоза контроллер стоп-сигнала выдает три коротких и три более длинных импульса на светодиодный стоп-сигнал, затем переходит в режим обычного свечения, что привлекает сзади едущего автомобилиста, тем самым уменьшая вероятность аварийной ситуации. Далеко не все имеют тонированные стекла в автомобиле. Некоторые используют другую альтернативу – автошторки. В первую очередь автомобильные шторки используются для защиты от солнца. Летнее время становится настоящим испытанием для большинства автомобилистов. Прямые солнечные лучи существенно снижают видимость, что может привести даже к возникновению аварийной ситуации. Помимо этого, солнечные лучи мгновенно нагревают автомобиль, делая пребывание в нем невыносимым. Шторки позволяют не только скрыться от солнечных лучей и любопытных посторонних глаз, но и создать приятный интерьер в салоне автомобиля, придать комфорт и подчеркнуть индивидуальность авто и его владельца. Я думаю, все уже в курсе, что 11.11. состоится день всемирного шопинга на AliExpress. При этом скидки на различные товары будут составлять до 70%. Поэтому всем предоставляется уникальная возможность приобрести товары почти за копейки. И более того, топ-кэшбэк, зарубежный кэшбэк-сервис, которым я сам пользуюсь уже полгода, специально для моих подписчиков и посетителей моего канала, предоставляет 11% кэшбэк на покупку товаров любой категории, будь то автотовары, гаджеты или одежда. Это самый высокий процент кэшбэка с Али на отечественном и зарубежном рынке. Воспользоваться данным предложением можно при регистрации по моей ссылке в описании под видео. Топ-кэшбэк прост в использовании и не требует сложных действий. Просто введите электронный адрес, создайте пароль и, перейдя на магазин, покупайте как обычно. Доступны выводы кэшбэка в разной валюте через PayPal, Ukraine Express, Яндекс, Днепро и другие платежные системы. Удачных покупок! Когда фары автомобиля теряют прежний вид и со временем под воздействием погодных условий тускнеют, многие автовладельцы просто меняют их. Но есть способ, как вернуть фарам пристойный вид. Можно воспользоваться средством для восстановления блеска фар. Набор Visbella рассчитан на восстановление прозрачности и защиту фар автомобиля. Процедура настолько проста, что вернуть блеск фарам может абсолютно каждый автовладелец. В наборе есть подробная инструкция, как подготовить и отшлифовать фары, чтобы удалить все имеющиеся повреждения или желтизну, а также как смешать и нанести лак для восстановления блеска. Автомобильный держатель и беспроводное зарядное устройство.
Сам держатель крепится на торпеду с помощью 3М-скотча, но есть вариант крепления на дефлектор воздуховода. На корпусе телефона закрепляется пластина. Ее можно закрепить как на сам корпус, так и на чехол. Смартфон держится благодаря 4 магнитам, очень надежно и на наших дорогах не упадет. К самому держателю нужно подключить шнур питания, но его можно аккуратно вывести на торпеду. Заряжаться от такой зарядки может любой смартфон, который имеет в себе модуль беспроводной зарядки. Светодиодная балка Викитори 5D отличается пылевлагозащищенным корпусом из алюминия, мощным свечением и универсальным креплением. Является оптимальным решением для улучшения качества света на вашем автомобиле. Может быть установлена как на легковом, так и на грузовом автомобиле, а также на спецтехнике и сельскохозяйственных машинах и механизмах. В комплекте идут фары и комплект крепления, который состоит из стоек и набора винтов. Иридиевые свечи зажигания. Предлагаемый комплект содержит 4 свечи зажигания с центральным электродом, изготовленным из иридиевой проволоки диаметром 0,5 мм. Применение такого материала значительно увеличивает срок эксплуатации свечи. Диаметр резьбы 14 мм, длина резьбовой части 19 мм. Ребристая поверхность изолятора создает дополнительное сопротивление высокому напряжению, предотвращая пробой искры на корпус. Металлическая часть корпуса имеет качественное никелевое покрытие, что служит гарантией отсутствия прикипания свечи к корпусу двигателя. Чайник автомобильный ОНЭВЕ – это мощный и компактный помощник в любой ситуации. Будет незаменим в дороге или на природе. Просто подключите чайник в прикуриватель, и уже через несколько минут у вас будет 450 мл горячей воды. Обладатели данного гаджета смогут насладиться чаем или кофе и угостить горячим напитком своего попутчика. Корпус чашки изготовлен из нержавеющей стали, которая имеет хорошую изоляцию и долговечность. Защитная крышка с герметичной резиновой лентой предотвращает проливание жидкости и повышает эффективность согревания. Насос для замены масла в двигателе. Отличное решение для ситуации, когда доступ к сливной пробке картера затруднен. Качает примерно 0,5 литра в минуту. По оборотам моторчика хорошо слышно, качает он масло или воздух даже при горячем жидком масле. Шланг засовывается примерно на длину щупа плюс еще сантиметров 10. Многие на YouTube протестировали данное приспособление. Для эксперимента после слива масла с помощью насоса они откручивали болт в картере. И как ни странно, насос откачивал все масло, поэтому это отличное приспособление для самостоятельной замены масла в домашних условиях. Светодиодные предупреждающие лампы на двери авто. На стойку крепится магнит, а на дверь – лампа. Горят они непостоянно, гаснут при приближении к магнитам. Также гаснут, когда дверь долго открыта. На выбор есть несколько цветов свечения и разное количество светодиодов внутри. Лучше на дороге быть заметным другим водителям, чтобы не попасть в дурацкую ситуацию. Набор из 12 штук комбинированных ключей в кейсе – это незаменимый инструмент для работ любой сложности. Такой инструмент всегда должен быть под рукой. Благодаря высокому качеству марки стали, из которой изготовлены инструменты, набор прослужит вам очень долго. Может широко применяться как для личных, так и для коммерческих целей – в гараже у автолюбителя, на небольшом СТО и так далее. Каждый автолюбитель хочет, чтобы его авто даже по прошествии длительного времени выглядело как из салона. Без должной защиты лакокрасочное покрытие авто постепенно тускнеет, появляются мелкие царапины, лак стирается. Защитное керамическое покрытие защищает поверхность авто от воздействий окружающей среды, сложных погодных условий и мелких царапин. Средство обладает эффектом самоочищения и гидрофобными свойствами, создает глубину цвета, яркий блеск, сохраняет безукоризненный вид авто надолго. Одно из самых важных комплектующих любого автомобиля является противоугонная сигнализация. Защитить ваш автомобиль предлагает множество компаний, которые выпускают сигнализации. Starline B9 – автомобильная сигнализация с двухсторонней связью и интеллектуальным запуском двигателя. Сигнализация комплектуется удобным брелоком с качественным ЖК-дисплеем. Брелок имеет дальность оповещения до 1 км 200 метров. Процесс дистанционного запуска и контроля работы двигателя любого типа обеспечивается специализированным процессором. Система Starline B9 может быть установлена на любые автомобили с бензиновыми, дизельными или турбированными двигателями с автоматической или ручной коробкой передач.
Huawei предлагает свое решение в виде CarFi, призванное обеспечить удобный доступ к интернету в компактном и симпатичном корпусе. Габариты устройства составляют 88x49x59 мм. Дизайн напоминает ручку переключения коробки передач. Все основные кнопки управления вынесены на крышку устройства. Спереди имеется USB-порт на 5 Вт, в который можно подключать кабели для зарядки мобильных устройств. На противоположной стороне можно увидеть защитную крышку, за которой скрываются слот карт памяти microSIM, разъем для подключения внешней антенны и кнопку сброса. Внутри сотовый модем LTE, который может работать на скоростях до 150 Мбит в секунду для скачивания и до 50 Мбит в секунду на отдачу. Электронный брелок-манометр для измерения и контроля давления в шинах, по мнению автомобилистов, должен быть у каждого водителя. Цифровой дисплей мгновенно и четко показывает точные данные. Брелок-манометр очень компактный и не займет много места. Батареек хватает на длительное время пользования. Это незаменимая вещь для туристических поездок. Будь вы обладатель велосипеда, мотороллера или грузового авто, за давлением колес транспортного средства нужно следить. Дневные ходовые огни с высокой яркостью свечения идеально подойдут ценителям оригинального вида своего автомобиля. Они обладают водостойкостью, пылезащитные и ударопрочные, имеют длительный срок службы, характеризуются низким потреблением энергии. Производитель рекомендует монтаж фар в качестве противотуманного света, а также как дневной ходовой свет. Установка не занимает много времени, они универсальны и поэтому подойдут на любой автомобиль. Многочисленные случаи перегорания электронной составляющей целых систем, а также возгорания автомобилей подтверждают тот факт, что к электричеству необходимо относиться, если не с опаской, то с большой осторожностью. Электрика и электроника остаются той областью, в которой свободно себя чувствует наименьшее количество автомобилистов. Поэтому в этом случае для монтажа именно обнуляемых предохранителей автолюбители советуют обращаться к специалистам. Пистолет-распылитель с диаметром сопла 1 мм может быть использован для различных работ. Им можно окрашивать автомобили и наносить на кузов различные рисунки. Также его можно использовать в быту для окраски мебели, настенной живописи и так далее. Распылитель снабжен входным 1/4-дюймовым регулируемым клапаном для сжатого воздуха и емкостью для краски объемом 125 мл. В комплект входит дополнительное сопло диаметром 0,8 мм. Для тонких работ. Щетка для мойки с дозатором моющего вещества поможет вам сэкономить лишние деньги. Сама щетка достаточно жесткая для очистки вашего авто, но и достаточно мягкая, чтобы не оставлять следов на краске. Работает это чудо достаточно просто. Необходимо подключить небольшую колбочку к щетке, перед тем ее наполнив, конечно, моющим средством, и подключить шланг с водой. Как итог, вода будет омывать колбу и выходить через щетку. Удобно и практично. К тому же клапан можно заблокировать в положении «открыто» или «закрыто». Со временем дворники изнашиваются, засоряются, теряют жесткость и уже не так хорошо выполняют свою функцию. Как это исправить? Нужно использовать восстановитель автомобильных дворников. Он избавит от необходимости замены щеток стеклоочистителей, сделает лезвия старых скрипучих щеток острыми и бесшумными, очистит лезвия и восстановит полный контакт с поверхностью стекла автомобиля. Многие современные автомобили могут запускаться не только от поворота ключа в замке зажигания, но и от очень удобного нажатия кнопки, которая также приводит в действие стартер двигателя. Если же на вашей машине такого не было, то комплект для зажигания с кнопки вам в помощь. Сделан он в виде гоночной панели. В комплекте есть все необходимое для подключения. Подсветка днища машины предоставляет возможность создать эффект парящего авто. В комплект входит 4 светодиодных жгута, 2 на 90 см и 2 на 120. Главное то, что комплект подсветки днища автомобиля подойдет к большинству авто, придаст уникальность и неповторимость вашему автомобилю. Имеет множество режимов свечения, а длительность работы светодиодов достигает около 70 тысяч часов. Питание осуществляется от бортовой сети 12 вольт. В комплект поставки входит пульт управления.
Незаменимым помощником в ремонте станет двусторонний силиконовый скотч. К основным преимуществам двустороннего скотча можно отнести сверхтемпературные нагрузки от минус 30 и до плюс 120 градусов по Цельсию. Он выдерживает ультрафиолетовые лучи, не стареет, не желтеет, не пересыхает, не боится воды и влаги, вибраций и перепада температуры. Обеспечивает высокопрочное, абсолютно прозрачное соединение двух разнородных материалов. При использовании этого скотча есть возможность отказаться от жидкого клея, жидких гвоздей, сухой сварки, а также механических соединений, шурупов, болтов, саморезов и прочего. Это идеальный материал для склеивания дерева, металла, пластика и стекла. За счет толщины слоя акрилового клея можно довольно надежно склеить материалы с разными физическими толщинами и размерами. Нескользящий нано-коврик с логотипом различных марок авто – настоящая находка для водителя. Он позволяет всегда иметь в свободном доступе небольшие предметы, такие как телефон или очки, без риска их падения. Благодаря особой микропористой структуре акрилового материала, из которого он изготовлен, любой предмет, который вы на него положите, будет надежно удерживаться на своем месте. Выполнен коврик в размере 19 на 12 сантиметров. Все, что нужно для его использования – очистить поверхность, на которой он будет лежать. Пневмоклин. Вещица малая, а сил немерено. При весе всего 120 граммов, клин поможет вам разблокировать дверь автомобиля. Для этого необходимо вставить клин между дверью автомобиля и надуть. Через образовавшуюся щель можно просунуть зонт, который разблокирует кнопку или рычаг блокировочного устройства. При этом дверь не будет повреждена или деформирована, и когда вы выпустите воздух из подушки пневмоклина, она останется на своем месте. Пеногенератор MGGC. Мойка автомобиля становится более качественной вместе с таким девайсом. Пеногенератор снабжен емкостью с давлениями. Это позволяет смешать различные концентраты моющих жидкостей с водой в нужных пропорциях. Интенсивность потока пены задается двумя регуляторами, расположенными на корпусе сопла. Для соединения с корпусом Керхер предусмотрен легко съемный переходник. Если конец шланга моечной машины слегка разбит, соединение с пеногенератором можно усилить специальной уплотнительной лентой, входящей в комплект поставки. Автомобильный цифровой адаптер для магнитолы – это устройство, которое существенно расширит возможности штатной аудиосистемы автомобилей Volkswagen, Skoda, Seat, Audi. Теперь любимую музыку в форматах MP3 и VMA можно воспроизводить с носителя USB, карт памяти или через AUX-разъем, подключив к нему ваш мобильный гаджет. Адаптер оборудован защитой от вибраций и электронных помех. Подключается к магнитоле через кабель в специальный разъем для подключения внешнего CD-чейнджера. Управление проигрыванием производится с центральной панели магнитолы или с помощью кнопок на руле. Незапотевающая пленка помогает предотвратить запотевание боковых зеркал во время больших перепадов температуры. Это очень важный фактор касаемо безопасности вождения. Есть еще одна особенность пленки – это ее гидрофобное свойство. Вода быстро скатывается с нее, тем самым в сильный ливень обзорность зеркала будет просто отличной. В комплекте идут две пленки. Также пленка покрыта антибликовым покрытием. Отличный органайзер на спинку заднего сиденья. Этот органайзер большого размера, 89 на 36 сантиметров. Множество кармашков позволяют распределить вещи так, чтобы они не летали по всему багажнику. За счет крепления на спинку полезное место багажника практически не уменьшается. Можно приобрести как с верхними карманами, так и без. На выбор два цвета – серый и черный. RGB-подсветка салона полосами длиной в 22 сантиметра. Настраивается подсветка с мобильного устройства с помощью специальной программы. Можно выбрать 16 цветов, различные переливания и перемигивания. Клеятся полосы на обратную клейкую сторону. Питание происходит от прикуривателя, но можно через преобразователь запитаться напрямую от бортовой сети и сделать так, чтобы при включении габаритов загоралась подсветка. На этом ролик подошел к концу. Не забывайте зарегистрироваться на топ-кэшбэк и получить 11% кэшбэк с AliExpress до 16.11.2019. А теперь конкурс. Я разыграю 1000 рублей на счет мобильного телефона или WebMoney кошелька, как только под этим видео наберется 1200 лайков. Для участия нужно подписаться на канал и нажать на колокольчик, поставить лайк и написать комментарий, по нему я и буду выбирать победителя. Результат конкурса в группе ВК и на моем втором YouTube-канале. Вся подробная информация находится в описании.